И всем привет! Сегодня мы поиграем по-настоящему в достойный симулятор. Это симулятор владения туалетами. Ну, менеджер туалета, короче. По-моему, меня сейчас перебивает музыка, но повторю еще раз, это симулятор менеджера туалета. Не надо, блядь, такое показывать. Тем более вблизи не показываем такое. А чё, долго это будет? Долго будет подобное зрелище? Ой, сейчас либо игра вылетит, либо загрузится. Скорее всего, я думаю, вылетит игра, потому что по ее оптимизации очень много жалоб было. Нет, не вылетит. Это... Пора начинать свой бизнес. Все должны срать. Короче, все было очень громко, блядь. И, в общем, скажу, что там было. Там было написано то, что все должны срать, пора открывать свой бизнес, чтобы все срали. И вот, собственно, бизнес. Ой, блядь. Подождите. Ой. А тут есть русский. Вот это нихуя себе. Вот так вот чуть-чуть. Во. Я дважды помылся. Нужно есть. А почему холодильник открытый? Как есть? А, на правую кнопку мыши также. Или не на правую, а на левую. Я не понял, я нажал две кнопки сразу и... Я видел там в начале заставки то, что... Этот... Площадь должна быть вот это вроде. И вон то, вон наш бизнес. Черный лев. Или Леон. Я, кстати, не до конца понимаю, как переводится Леон. Поэтому будет так. Это туалеты. Здесь нет туалетов, блять. Это женский. А это мужской. Вот тут есть разделение, и, наверное, по ним нам надо уже делать сам бизнес. Вот, как раз рядом кофейня, от кофе часто хотят срать, поэтому мы и сделали такой бизнес. О, ты кто, блядь? Ты кто такой? Привет, мужик, как дела? Неплохо, ты тот человек, который помог мне. У меня есть общественный туалет, можешь воспользоваться им в любой момент. Звучит здорово, спасибо, жизнь мне знатно потрепала. Сначала лишился пальцев, а у него уже все есть, а нет. А затем и всего остального. Ну, надеюсь, что к тебе оно благосклонно. Бизнес хорошо окупается, но стоимость электричества и воды слишком высока. А я отлично знаю, как сократить эти расходы. Может, расскажешь мне? Да, но ты не думаешь, что сначала мы должны укрепить нашу дружбу? Ты хочешь жрать? Я так голоден. Было бы неплохо что-нибудь поесть. Купите фасоль в банке в магазине Суперсейл. Пошли. Но, по-моему, нам сначала надо вон то магазин. Нам сначала, наверное, стоит купить себе хотя бы туалеты, потому что у нас туалетный бизнес, а я летающий кошелек. Вот, фасоль в банке. $2, вот охуевший. Подобрать.
Пошли, отдадим ему. А зачем? А. Чё мы сами-то не попробуем как-нибудь сократить? Обо что я, блядь, постоянно спотыкаюсь там? А как? Как дать? На. Ты чё, ёбнулся? А, благодарю, всё. Конечно, возьми отвертку и приходи сюда. Да ты чё, охуел? А почему у нас нет отвертки? Как мы... Минус комфорт один, что? Вы чё, охуели? Еще нет туалетов. Закрыто. Плюс один. А где находится Home Sweet Home? Где-то в той стороне или он то что? А, вот он. Вот здесь нам надо купить отвертку. И снова подойти к этому бомжу. Наверное, нам, кстати, нужно и то, и то. Нержавейки. Хотя нет, там не написано то, что это нам надо, значит, скорее всего, не надо. Заточка, блядь, какая-то, а не отвертка. Пошли теперь к бомжу и, походу, мы его пронем. У тебя есть отвертка, теперь подойди к электрощитку. И что делать? Это что, блядь? А-а-а! Я понял. Ой. Погнали. Блять, рано прыгнул. Да, блять, успокойся ты. Да, я только нажал старт. Что это, блять, за баги ебаные? Джамп. Он прыгает с задержкой жесткой. Здесь по звуку какой-то пиздец. Вот так вот убавить. Здесь все очень громко. Прям очень громко. А чё, надо 17 секунд выжить, типа? Вот сейчас подъёб был, скорость внезапно изменили. Все. Успешно. Да, но ты не думаешь, что сначала мы должны... Да пошел ты нахуй! Ты ж... Я чё, блядь, до вечера этим занимался? А куда ее? А как скидывать предмет? Нихуя себе, она огромная. Купите фасоль в магазине. Сейчас он, скорее всего, я видел там щиток с водой. И вот он сейчас по-любому скажет купить этот разводной ключ, который там был. Поэтому надо... Надо его сразу будет купить, а потом уже подходить к нему. Хотя, может, я сейчас так скрипты переломаю, и потом вообще ничего не будет работать. Да обо что он, блядь, спотыкается? На. Что он сейчас скажет? Вот по-любому за разводной ключ. Гаечный ключ, да. Пошли за гаечным ключом. Надо было сразу, наверное, и то купить. Потому что, я так понял, и, кстати, здесь продаются туалеты. Потому что вот туалеты. Я их уже увидел. Что это, блядь? Сейчас потом вот это все сделаем, его лайфхаки. И можно будет уже... Это что, блядь? А!
А, все, я понял. А как их менять? А что делать? А как менять? А как менять? Он не менял их. А ты менять их будешь сегодня или нет? Или их надо успеть поменять? Походу, да. Ну ладно, это не сложно. Все, и закрыть щитки, но этим мы заниматься не будем. Давайте тогда здесь я оставлю. И что он сейчас скажет? Оповещать меня, когда увидишь полицию. Да, блядь, ты заебал. Снова ему эта фасоль, блядь, нужна. Он постоянно просит фасоль, у меня уже 185 баксов. Такими темпами, блядь, из-за его фасоли мы станем бомжами. На него уходят все деньги. Кстати, откуда у меня прибавились? Я же... Да, а, я понял, они не прибавились. Я просто тратил еще на гаечные ключи и все остальное. Ты можешь, конечно, может. Еще бы, блядь, он пожрал трижды на халяву за день. Почему его нельзя было накормить сразу? Так, я так понимаю, нам сейчас нужно купить туалет, кабинку. Ну, в плане дверь, там туалетную бумагу и все остальное. Потому что, ну, туалетный бизнес, значит, нам нужен хотя бы туалет. Вот туалет. Это современная межкомнатная дверь. Это самая дешевая, я понял. Ее наклейка. Не, это нам нахуй не надо. Держатель для туалетной бумаги. Вот он пусть будет. Это самая дешевая, да. Вот такая нас устраивает. Полы, блядь. Хуяк. 4, 100 баксов за, блядь, какие-то плиты. О, туалет, кстати. А почему всего 20, блядь? Я ж добавил все. Вот. А где это? А где это все? Куда оно все телепортировалось? Там туалет? Оно уже типа установлено? Нет, блядь, туалет прям здесь валяется. Вот сюда это. А остальное куда? А остальное не купилось, блядь, почему? В смысле? Он не купил все остальное, то, что надо было. Держатель там, раковина, дверь. Он не купил это. Или туалет типа большой, и из-за этого он не хочет покупать. Вот держатель. А где, блядь, держатель? Вот держатель, игра сохранена. Дверь. Дверь не добавилась. Идите к кассе. Они добавляются, двери. Отправить в туалет. Это все вот так по очереди покупать? Да это же бред, блядь. Давайте тогда все это отправим в туалет. Вот это вот еще надо, раковину нашу. Нужно есть, нужно в душ. Я понимаю, блядь, что нужно, но как бы... У нас там туалет должен открыться, бизнес. Повоняешь. Не страшно. Главное, чтобы у тебя в туалете было комфортно. Остальное не так важно. Держатель. Его тоже надо в кабинку поставить. Вот сюда. Или он просто будет там бэээ издавать? Не, блядь, он еще и прыгает иногда. Все, классно.
А вот это что? Вот это. А, ебать. Поставь обратно. А это что? Хуя мрамор итальянский. А тут что? Тут ничего. И чё? Ну вот одна кабинка есть. И раковина. А, блядь, так... А можно снять её? Он этот ставит раковину только для одной кабинки? Да, он ставит только для одной кабинки. Вот, блядь. Пойдемте тогда домой. И на этом завершим серию. То есть вот, все, бизнес начат. Я думаю, это хорошее завершение серии будет. Сейчас сохранимся. Посмотрим, заработаем ли мы что-то. И закончим на этом. Не надо, блядь. И что? Ничего не заработаем? Нет, не хочу. А зачем мы спали? Ну вот у нас есть деньги, кошелек. Поесть надо. А зачем ты, блядь, это выкинул? Ну денег мы не заработали. Игра сохранилась, денег мы не получили. В таком случае я предлагаю на этом закончить. В следующей серии уже посмотрим, как зарабатывать. Всем спасибо, кто досмотрел эту серию до конца. Всем удачи и пока. She'd rather be shooting at me now. I know it will.